Скоростной поезд «Ласточка» свяжет Сортавало и горный парк Рускеала с Санкт-Петербургом и Выборгом. Вопросы организации маршрута правительство республики обсуждает с руководством компании «Российские железные дороги». Железнодорожное сообщение может начаться уже в мае будущего года. «Ласточка» будет состоять из 5 вагонов на 349 посадочных мест. Власти Карелии рассчитывают, что появление нового маршрута позволит сделать карельское Приладожье еще более привлекательным для туристов.